Семейная чета из Новоинской области переехала в отдаленный Кашрабадский район Самаркандской области и больше полгода работает в 19-й общеобразовательной школе в селе Джош. Уктам Мардонов со своей супругой живут в служебной квартире. Они оба учителя государственного языка и литературы. В беседе с корреспондентом СТВ УС глава семьи вспомнил дни, когда по приезду в Самарканд первое время не знал, куда заселиться вместе с семьей. Поначалу, как только мы приехали в Самарканд, мы не знали, где жить. В ту пору нам помог замдиректора школы по хозяйственным делам. Вместе с детьми мы жили у него в доме до завершения строительства служебной квартиры. Жители Кишлака встретили нас очень тепло. Искренние отношения соседей и школьного коллектива увеличило наше желание остаться в этой школе. В 19-й школе сегодня учатся около 200 учеников. Образовательное заведение на окраине Самаркандской области возглавляет молодой директор из Новоинской области. До приезда он работал в академическом лицее, преподавал госязык и литературу. Его жена Шуира Алимова также является дипломированным педагогом. Она признается, что вначале сомневалась, стоит ли ехать в чужую область, беспокоилась, сможет ли она адаптироваться в незнакомом месте. Но любовь к своей профессии и самоотверженность помогли ей побороть страх. Несмотря на то, что данное учебное заведение находится далеко от центра, оно отличается от других региональных школ тем, что здесь созданы все необходимые условия для получения знаний. Классные и лабораторные кабинеты оборудованы соответствующим инвентарем. Согласно постановлению президента страны, в общеобразовательные школы Кашрабадского района с низким качеством образования привлечены 8 педагогов высшей и первой категории из Новоинской, Бухарской, Андижанской и Хорезмской областей. Есть также учителя из Республики Каракалпакстан. По словам нашего героя Уктама Мардонова, он переехал и работает в отдаленном регионе не только из-за надбавки. Главное, говорит учитель, повысить уровень качества образования в школе, научить детей чему-то хорошему, дать им знания и направить их в нужное русло. Получая за свой труд 10 миллионов сумм в месяц, Уктам Мардонов за 6 месяцев работы в школе преуспел многое изменить. Покорил сердца коллег и учеников своей искренностью и трудолюбием.